В Омске впервые провели Кубок генерального консула Республики Корея в России по тэквондо. Соревнования состоялись в СКК Блинова и собрали на даянгах более 100 юных спортсменов. За командными спаррингами и красочным торжественным открытием наблюдали почетные гости. Среди них генеральный консул Республики Корея Ом Ки Ён. Между Кореей и Россией в последнее время упор делается на сотрудничество в области спорта. Наша республика командирует тренеров по тхэквондо в разные страны мира. В России была выбрана именно Омская область. Здесь много желающих изучать искусство тхэквондо. Родина тхэквондо – это как раз Южная Корея. И центр, мировой центр Кукивон – это такая мекка тхэквондо в мире. Она находится именно в Республике Корея. И то, что большая делегация приехала к нам, и по инициативе именно корейской стороны проводится Кубок генерального консула, конечно, это для нас большое событие. В нашем регионе интерес к тхэквондо растет. На сегодняшний день в Омске и области этим видом спорта занимаются около 2000 человек. И каждый находит в постижении этого вида боевого искусства что-то свое. Мне нравится тем, что тут можно, тут неограниченные возможности, тут можно как бы драться, делать всякие удары, приемы. Самооборона и развитие. Я могу потом показывать выступления по телевизору. Сначала нас снимают, а потом по телевизору показывают. Ну, во-первых, это развитие духовного благополучия и уединение. Можно сказать, что ты развиваешься и идешь только вперед. Планируется, что дальнейшему развитию тхэквондо в нашем регионе будет способствовать подписание соглашения между Омской областью и мировым учебным центром тхэквондо «Кукивон».